Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим ванильный кекс на скорую руку. Итак, для приготовления нам потребуется 3 яйца, 60 грамм сливочного масла, 100 грамм сметаны, у меня сметана сегодня жидкая, 10%, 150 грамм сахарного песка, 250 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя теста и 2 грамма ванилина. Смешиваем сметану, яйца, сахарный песок, мягкое сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Останется добавить муку, разрыхлитель и ванилин. Я добавляю 150 грамм сахарного песка. Кекс получается в меру сладкий. Если вы любите очень сладкий кекс, можно добавить больше. Добавляем муку, добавляем ванилин. Можно добавить вместо ванилина ванильный сахар 15 грамм. Добавляем разрыхлитель и все хорошо перемешиваем в однородную массу. Тесто для выпечки будет готово. Вот такое эластичное тесто должно получиться. Будем выпекать. Выкладываем тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме. Можно готовить на режиме мультиповар при 130 градусах 1 час. Нажимаем старт. На режиме выпечка также 130 градусов 1 час. Прошел час, кекс готов. Через 5 минут будем доставать. Достаем, как всегда, с помощью корзины пароварки, переворачиваем на нее. Отличный недорогой кексик для домашнего чаепития готов. Он у меня еще горячий. Давайте я покажу, как он выглядит в разрезе. Готовится он быстро, просто, продукты недорогие. В принципе, при желании сметану можно заменить на кефир. Главное, мы меряем граммами, не объемом. Вот так кекс выглядит в разрезе. Как вы видите, он хорошо поднялся, пропекся, получается пористым, абсолютно не сухим. В состав входит и сметана, и сливочное масло. Это универсальное тесто, и при желании перед началом выпечки можно в него добавить орехи, изюм, чернослив или курагу, свежие яблоки или груши, а также замороженные ягоды. Экспериментируйте и пишите в комментариях, с чем вам понравилось больше. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!